Здравствуйте, перед вами будет выступать Воронцов Александр Викторович, город Черемхово, Иркутская область, с песней «Было б что покушать, было б что одеть». Это главное. Вот понимаешь, мне б чихать и что-то делать, на все проблемы, что мои, которых нету, которых не было с тех пор, на все забил я. Вот лично я забил на все, мне только лишь бы было б что покушать, было б что одеть. Большего не надо для меня теперь, лишь бы не закашлять, не свалиться с ног. Новых брюк не надо, есть старые еще. Конечно, я не откажусь от благ каких-то, которых Бог мне сам пошлет, не будет лишних. Ну и не более того, что препу парить по этим поводам и не каким-то прямо. Было б что покушать, было б что одеть, большего не надо для меня теперь. Лишь бы не закашлять, не свалиться с ног. Новых брюк не надо, есть старые еще. Так не бывает, скажешь ты, а я бывает. Я повидал уже сполна, довольно хватит. Чего хватать, чего имать, все иллюзорно. Вот вроде есть, вот вроде ты, потом поймете. Было б что покушать, было б что одеть. Большего не надо для меня теперь. Лишь бы не закашлять, не свалиться с ног. Новых брюк не надо, есть старые еще. Вот понимаешь, мне б чихать, и что тут делать? На все проблемы, что мои, которых нету, которых не было с тех пор, на все забил я. Вот лично я забил на все, мне только лишь бы было что покушать, было б что одеть. Большего не надо для меня теперь. Лишь бы не закашлять, не свалиться с ног. Новых брюк не надо, есть старые еще. Спасибо.